Директор канцелярии по Косовой Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон. Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Абдулахом Хати, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото решетка 2. Кем бы вы ни были, просто поверьте», написала представитель МИД России и приложила к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «Нога на ногу». А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. «Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь», написал Джурич в Твиттер и приложил скриншот поста Захаровой. Его заявление уже вызвало резонанс в региональных СМИ в ночь на воскресенье.